Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Пирожок или булочка на завтрак. Различные хлеба на обед и лакомый кусочек пирожного к чаю на вечер. Самые разнообразные кондитерские изделия от сети пекарен Добропек на любой вкус станут отличным десертом на вашем столе. Федеральная сеть пекарен Добропек каждый день готова вас радовать не только свежим хлебом и выпечкой, но также и кондитерскими изделиями. У нас представлен широкий ассортимент пирожных бисквитных, суфле, с песочного теста, с различными кремами, с фруктовой начинкой, с творожным кремом, слоеные пирожные. Пирожные – это своего рода небольшие тортики. Они могут быть из теста, как правило, с вкусной сладкой начинкой, могут быть полностью из запеченного яичного белка с сахаром, как безе, из сыра, творога, с добавлением печенья, из бисквита. Рецептов, которые используют кондитеры в сети пекарен Добропек, огромное множество. Самыми популярными пирожными у покупателей сети пекарен Добропек являются эклеры с заварным кремом, медовик, наполеон, пирожное тирамису, эстерхази. Кондитерские изделия – это лакомство не только для сладкоежек. Торты и пирожные – отличное угощение на праздники, кофе-брейки, бизнес-ланчи. Приятным сюрпризом для вас будут низкие цены на наши кондитерские изделия и акции. Также в сети пекарен Добропек можно сделать заказ на торт для любого торжества или праздника. Благодаря своему яркому дизайну сладость становится украшением стола на юбилей, свадьбу или любое другое торжество. В Добропеке смогут сделать торт по готовым рецептам с учетом отдельных пожеланий клиента. Вкус маленьких кондитерских шедевров давно полюбился многим курянам. Я каждое утро люблю заходить в вашу пекарню, чтобы позавтракать вкусным кофе и съесть пирожное Наполеон. Еще мне здесь нравятся пироги, торты и мороженое. В Добропеке всегда низкие цены, много акций и все очень вкусно. Каждый день ждем вас в сети пекарен Добропек за вкусными пирожными и сладкими пирогами. Добропек. Лакомый кусочек для каждого. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.